Привет, друзья! Вы на канале DigiStor. С вами Дмитрий Колтович. И сегодня обзор практического использования машин плюс. Возился с аппаратом я порядка месяца. Общие впечатления у меня сложились, и есть что рассказать. У меня на авторском канале вы можете посмотреть предварительный обзор. Это такой большой часовой обзор без аппарата. Он такой большой получился, потому что, ну, новички, наверное, только не знают, то, что есть модель МК-3. И практически это тот же самый плюс, только плюс работает дополнительно в стендалон режиме. Поэтому в том обзоре все примеры, звучание, синтезаторов, то, что я показываю, да, весь комплект, ну, то же самое и сейчас в этой коробке. Естественно, в стендалон режиме он такой, урезанная версия получается, потому что весь масштаб возможностей открывается только в связке с компом. Но, в принципе, из стендалон устройств, то, что сейчас на рынке, это, ну, просто грандиозный прорыв. И я вам сегодня это докажу, анализируя просто других производителей, да, и насколько долго тянулась вся эта штука там, с апгрейдами и так далее. А изначально, ну, не буду я называть сейчас имя, хотя потом все равно придется, короче, у Акая в течение 2 лет все это добавлялось и так далее. Ну, в принципе, сейчас с выходом у них свежей прошивки летом, устройство вот заняло свой полноценный вид. И здесь я ожидал тоже то, что производитель как бы, ну, дал нам такой красивый рекламный буклет, часть функций он сразу добавит, а потом будет допиливать, дорабатывать. И меня крайне порадовало то, что здесь сразу с первой прошивки мы получаем, ну, практически весь арсенал обещанного. Начнем с самого, наверное, такого вот важного и животрепещущего вопроса, да, мощность в стендалон режиме, насколько можно будет загрузить, да, аппарат, что он потянет. Здесь оперативки у нас 4 гигабайта, встроенной памяти 32 гигабайта. Это больше ровно в 2 раза, чем у Акаевской линейки в их аппаратах в стендалон режиме. Но здесь же другой момент, то есть оптимизация играет большую роль. И я хочу сразу вас обрадовать, здесь все круто с оптимизацией, и в принципе можно много грузить синтов. Вот этот вот запущенный хайп, да, ну, я считаю, непорядочными блогерами, которые там рассказывали то, что всего 3 синтезатора загрузишь, там буквально 3 этих, и он начинает умирать, там фризить, ну, все это неправда. Вот, хочется грубее сказать, но я не буду, да? Потому что у меня аппарат самый первый в России, который появился, и прошивка навряд ли у кого-то была раньше. Так вот, штука в той первой прошивке, а сейчас она обновилась еще один раз, кстати, тянул уже большой арсенал синтезаторов. И вы можете посмотреть какие-то обзоры от относительно объективных, причем поклонников того же Акая, да, ну и где они сами демонстрируют, ну, удивлены тем, то, что здесь с оптимизацией все круто. И одновременно мы можем запустить больше, чем ожидали. Я могу сравнить так. Примерно это как в версии с подключением к компьютеру вы к AirBook подключите машин. Но говорить о том, что в стендалон режиме мы можем законченный проект сделать здесь, ну, разве что, ну, не знаю, навряд ли, ребята, на это не рассчитываем. Здесь, как и думали. Но, в принципе, что-то простое накидать, этого даже больше, чем ожидали изначально. Сейчас
продемонстрировать количество синтезаторов, которые можно одновременно загрузить. Куча обзоров уже вышла с этим баяном, я так это называю, потому что, в принципе, в работе вот подряд там 8-16 штук загруженных массивов, да, ну, вы в реальной практике не будете это использовать. Из внутренних синтов, которые есть, а это в предварительном обзоре, вы можете посмотреть массив, монарк, призм, басовый синт, драм-синты, наверное, любую, какую угодно драм-машину можете там собрать. По ресурсу, ну, они очень мало просят. Я думаю, там можно обрулиться драм-машинами там, и звуками. Самый жирущий из них это призм оказался. По сути, я в том обзоре говорил, то, что конкретно имхо я буду реже всего использовать. Массив, да, он точно не помню, но, короче, очень старый. И, в принципе, когда он начинал, вот эта вот машинка, она мощнее даже, чем те компы, на которых массив запускался тогда. Поэтому неудивительно, то, что здесь он прилично работает. Что очень радует, то, что можно загружать большое количество сторонних пресетов. И по удобству скажу сразу, такая вещь из практики. Конечно, в софте удобнее крутить. Там куча параметров, которые практичнее юзать мышкой. Однако здесь в стендалон режиме не тремя ручками у нас все это дело рулится, а достаточное количество страниц для того, чтобы сделать такую даже глубокую, можно сказать, подстройку. Но больше, я думаю, будут использовать уже арсенал готовых, ну, просто море вот этого пресетов под массив, который уже существует, или их доруливать. Для того, чтобы дорулить синтезатор, здесь выше крыши этих ручек. Примерно та же ситуация у нас с FM-синтезатором FM8. Как звучат эти синты, примеры какие-то, скетчи, это посмотрите просто в прошлом обзоре, чтобы я не повторялся. Сюда можно отнести к минусу, но разве что не все параметры рулятся на этих синтах в стендалон режиме. Для кого-то это будет важно. Для меня лично, как я сказал, это не проблема, потому что все равно я наруливаю их в софте. Эти пресеты, да, а потом загружаю сюда. Ну и для тех, кто использует железо, в принципе, а планирует машину использовать именно как миди-секвенсор, какой-то контроллер навороченный, ну для тех вообще это, ну, вообще не проблема. Но здесь есть проблема по поводу миди-секвенсора. Вот для меня это важно. А именно, то, что мы не можем сразу с морды рулить CC-сообщения, именно настройку самих сообщений. Отправлять мы их можем, уже наруленное, если мэпа у нас есть, загружено, а их можно загружать с компьютера, да, там нарулить и загрузить сюда. Но мы не можем здесь непосредственно полностью, вот, свободно нет рулежки CC-сообщения и программировать. Ченджев. Ну, это нужно, когда вы хотите на внешней какой-то железке, да, чтобы автоматом при переключении паттерна у вас там менялись пресеты. Вот такая возможность именно настройки, обращаю внимание, ее здесь в стендалон режиме нет. Но вы можете подготовить это в компьютере, ну, в режиме подключения к компьютеру, и потом загрузить уже сюда. И без проблем, переключая, вы будете, ну, все это будет работать. Думаю, они это исправят. Ну, во всяком случае, я очень надеюсь, что в ближайшее время. Теперь следующий момент. Это SD-карта и отсутствие HD или HDD-слота, да, под встроенный винт. Как показала практика, это вообще не проблема. SD-карты, вот, ну, просто выше крыши. Смотрите, такой нюанс. Здесь именно вот практическое использование мне это подтвердило. Потому что вначале были сомнения. А именно, когда я подключаю компьютеру, работаю в режиме SDAV и, к примеру, хочу какой-то проект перебросить сюда, ну, в стендалон режим, или наоборот туда поменять. Ну, короче, обмен файлами сделать. Аппарат работает в режиме картридера, но для этого нужно сделать несколько телодвижений лишних. Причем здесь разделены три варианта. Machine Plus у нас работает или как стендалон, отдельное устройство, да, или как картридер, только как картридер, или вариант контроллера управления, ну, вашим DAV, машин, который там у нас в компе.
и крайне неудобно для меня, допустим, через шнурок отправлять файлы, ну, переключаться между этими режимами, если ты с компом работаешь. Ну, понятно то, что 90% и сейчас времени я работаю с машин именно в связке с компьютером, потому что по возможности, по арсеналу, но стендалон — это такой вот бег на коленках получается. Отказаться от компьютера, ну, это нереально просто. Так вот, короче, какой вариант для меня самый удобный? Ну, ровно такой, как все видеографы, фотографы поступают. Высовываешь флешку, да, и вставляешь напрямую в комп. В этом плане здесь снаружи находится слот, без проблем щелк, и быстро воткнул ее в компьютер. Ну и обратно то же самое. Это можно делать в режиме контроллера. То есть у вас аппарат подключен к софту машин, да, нужно передать, там, перекинуть проекты, клац, вытащили, вставили. Это удобнее, чем переводить устройство по шнурку в режим, чтобы, ну, загружать файлы. А теперь представьте, если у вас вмонтированный винт вовнутрь, ну тогда варианта нет, да, вот быстро его вытащить и воткнуть, ну, в компьютер. Это вам не флешка. Также очень важный момент, то что флешки недорогие. Я рекомендую вот такую. Это самсунговская, проверенная уже годами флешка. Если вы какого-то видака такого матерого спросите, какие флешки он для видеозаписи использует, он вам скажет, то, что вот, бери вот этот Samsung EVO, просто шикарная флешка, за копейки. Видаки вообще говорят, то, что памятник при жизни можно Samsung поставить за такую халявную крутую флешку. Если же вы подбираете другую, тоже не проблема, просто выбирайте 10 класс, а не просто 10, а V30 должно быть у вас. Стандартная флешка 64 гигабайта, которая идет в комплекте. Не путать то, что 32 есть еще встроенная, да, памяти у нас. Но ее вы не сможете под свои нужды использовать. А вот на флешку будете помещать какие-то плагины, банки и так далее. Да? Но ее маловато. Даже когда я загрузил просто их оригинальные, докупленные мной там, ну, за эти годы банки, у меня они не поместились. И 128 мне уже хватило. Скажем, ну, рассчитывайте то, что вы докупите флешку. Но опять-таки это недорого. Конечно, лучше сразу еще место какое-то в компьютере, да, для хранения резервной копии создать. Не дай бог что-то случится с вашей флешкой. Хотя они очень надежные. Здесь еще можно поспорить, что SSD диск более надежный, чем эта флешка, или наоборот. А здесь момент тот, который я надеюсь, то, что в будущих прошивках они улучшат. Как минимум это обязательно на этих инструментах нужно сделать. Это фриз. Это минус, прям такой жирнючий, который можно на данный момент поставить. Дело в том, что фриза нет вообще, даже в DAV. Что такое фриз? Для новичков объясню. Это когда вы перегрузили уже процессор, куча разных у вас там в сессии синтезаторов, да, эффектов, и компьютеру тяжело справляться. Вы можете какие-то зафризить треки, заморозить, ну, фриз от заморозки, да, и это позволит освободить мощность под другие нужды. Ну и потом, если, например, вам нужно что-то поменять в партии, там, ну, расфризили, клац, там, поменяли какие-то изменения, внесли, раз опять там его заморозили. Меня немножко ввели в заблуждение пользователи, один из пользователей Акая, скажу так, то, что сказал, то, что автоматически фриз работает в Акае, в последней прошивке, ну, типа, добавили. Короче, когда вы загружаете из компьютера проект, да, с использованием каких-то сторонних плагинов, ну, те, которых нет в стендалон у вас режиме, да, вестишки всякие, загружаете, и у вас автоматически происходит фриз, фризятся те треки, которые отсутствуют в стендалон режиме, да, и потом, когда вы обратно выгружаете, у вас есть доступ, как бы, к этим дорожкам без фриза. Но потом, как выяснилось, такой функции нет в Акае, так что Акаю тоже надо в будущем над этим поработать. Это такой жирнючий просто костыль, честно говоря, который останавливает вот для определенных задач использования лично меня, да, вот этого аппарата. Вариант такой, то, что вы можете засэмплировать, да, какую-то дорожку там и сбросить сюда, проигрывать ее. Это, ну, как в Акае есть, так и здесь тоже это есть. И, к примеру, те, которые работают железными синтезаторами, да, люди, для них это такая практика стандартная. Взяли, MIDI-партию прописали, здесь же добавили отдельно еще WAV, сэмплировали дорожку, да, отключили синтезатор, и без него вы можете использовать этот материал. Потом надо что-то поменять, там, перекрутить, перерулить, подключили опять коробку и далее вносите какие-то корректировки. Но я в фризе, фриза нет.
Ваблики есть, ну, не говоря о других традиционных DAW, типа Logic, Cubase там, и так далее. Теперь, что сейчас ожидают в ближайшее будущее? И вот прошивка уже вышла одна, и там этого нет пока. Но Native Instrument слово дал, зарубился, то, что это будет. Короче, поддержка внешних больших дисков. У нас есть в наличии два USB-порта, к которому в данный момент мы можем подключать только MIDI какие-то контроллеры, MIDI-клавиатуры, а также, ну, об этом сейчас позже, еще очень, ну, блин, бомбическая штука, вот то, что они придумали. Сейчас немножко позже, пока заинтригую. Короче, в этот разъем вы не можете в данный момент ставить какую-то флешку или винчестер внешний. Но это будет, это 100%. И в ближайшем будущем. Теперь несколько моментов для новых пользователей. Для владельцев МК3 это будет не новость. Но, однако. Значит, насчет пэдов. Пэды здесь точно такие же, как на МК3. Они шикарные. Там что-то говорили, как бы они поменяли, улучшили. Ну, я не знаю. Вот по ощущениям те же самые. Один в один, как на МК3. В чем прелесть их в сравнении с акаевскими пэдами? Там тоже нехилые пэды, крутые, да? Ну, как сравнение Mercedes и BMW, да? Вот там есть прицел. Нет, ребят, смотрите. Самое важное, то, что они не пачкают. Так как там. То есть вот что меня выбешивало на Акае, вот эти вот черные накладки матовые, да, которые постоянно пыль все прилипает к ним. Здесь это просто, ну, бомбическая штука. Это если мы сравниваем с вами с X-ом и с Live-ом, там полноценные крупноразмерные пэды, да. Если сравнивать с One-ом, Akai One, то там, ну, пэды уменьшены, скажем, ну, не для фингердраминга. Естественно, полноразмерные пэды удобнее в использовании. Но кому это не критично, как бы, тот может использовать, не знаю, вот на аналог ритме можно стучать что-то. Но если у вас задача номер один — это фингердраминг, здесь это просто топчик. Также пэды, кроме своего функционала основного, выполняют роль кнопок. Обратите внимание, то, что каждый пэд у нас подписан. И с помощью удержания шифта мы можем активировать данный режим, который написан. Бывалые пользователи МК3 знают, то, что функции здесь дублируются. То есть какая-то часть есть на экранах в определенных режимах, а есть на пэдах та же самая функция. Это очень удобно в плане юзабилити, когда вы, допустим, находитесь в режиме, то, что на экране что-то другое отображается, но есть доступ именно по нажатию на пэд. Это, ну, крайне удобная штука. Далее, для фингердраммера кнопка repeat. Посмотрите, какая здесь она шикарная. И причем здесь, ну, не знаю, как для слепых, да, вот тактильное ощущение само, то, что вы не ошибетесь. Большой блок кнопок, расположенный вокруг, они разные. Вы просто пальчиком чувствуете, на какую кнопку. Ну, короче, не промахнетесь, это стопудово. К тому же Note Repeat кнопка, она работает в режиме мелодичном. Да, пэды здесь используются еще в мелодичном режиме. В качестве арпеджиатора. То есть активирует арпеджиатор. Что такое мелодичный режим? Вы можете выставлять различные гаммы, здесь раскладки. Это делается элементарно. Здесь большой список их. Можете выбрать хроматический режим стандартный. Это выглядит так. Также можно выбрать мажор, к примеру. И у нас помещается на наши 16 пэдов гораздо больше уже диапазон. Минор, пентатоника блюзовая, да, ну и так далее. То есть здесь на ваш выбор. В чем кайф для человека, который не владеет клавишным инструментом? Что куда бы вы ни нажимали, вы не попадете мимо кассы, мимо нот. Это фантастика. А, да, еще для новичков скажу, как можно использовать эти пэды. Это третий вариант, да, в качестве секвенсора. Для этого нажимаем кнопку Step, и у нас отображается, как в традиционном секвенсоре, но здесь он не как в Роланде, не TR-шный, да, их. А ближе к электроновскому. Логика такая. В электроновском секвенсоре у нас 16 наших шагов и 4 страницы. Итого 64 шага. И мы можем с вами копировать, допустим, сначала набрать 16 шагов, какую-то секвенцию. Потом, если мы хотим ее расширить, при увеличивании количества страниц, у нас автоматически нотки переносятся далее. Нам не нужно их вводить заново. Та же самая система работает здесь, только, ну, гораздо проще, да.
даже это делать, просто нажимая кнопочку Double. Клац и все. К тому же ограничения в 64 шага здесь нет. Вы можете любую секвенцию делать, ну, просто любой длины. И с введением нового режима, именно клип, то, что они добавили прошивки 12, здесь мы можем делать какие-то промежуточные дописки. И вот их добавлять уже, двигая, просто выбранные какие-то куски вашей аранжировки. Это важный момент. Причем там получается то, что вот эта часть клипа, она перекрывает вашу партию, введенную в самом паттерне. И таким образом играться. Сначала так поставили, не понравилось, поменяли по-другому и так далее. Это, ну, безумно, ну, удобный инструмент, короче. Тема клипа заслуживает отдельного большого урока. Скорее всего, я в будущем его сниму. Но что могу сказать сразу, это совершенно не то, что есть клип в Акае. Здесь просто одинаковая терминология. То же самое, как, допустим, лог в электроне. Вы можете посмотреть в прошлом обзоре, я этот момент рассказывал. Это совершенно не то, что здесь у нас логом является. Также в предварительном обзоре я рассказывал подробно, посмотрите, чем отличается эта функция. А сейчас просто я покажу несколько примеров, да, вот как можно ее использовать. То есть, по сути, такой сброс секвенции получается. Крутая штука для лайвов. К тому же, вы можете сохранять эти вариации. Более того, вы можете делать морфинг из этих вариаций, настраиваемый. Ну как вам такая вещь? Уже более 10 лет прошло с выпуска первого машин, и на данный момент, ну, они просто вылезали, я считаю, интерфейс. И в принципе то, что они не поменяли его, а оставили таким же, как на МК3, ну, небольшая доработка по поводу новых добавлений функций, там, по мелочам. Но в принципе под пальцами у вас тот же аппарат по ощущениям. Это наоборот очень круто. В плане юзабилити, насколько удобно пользоваться вам двумя экранами, это просто фантастика. Смотрите, я объясню очень кратко, в чем фишка. Первый экран у вас всегда как бы взгляд с высоты птичьего полета, то есть вы полностью видите всю сцену. Второй экран отображает участок, который выделен на первом экране вот белым вот таким квадратом. Типа как лупа получается у нас, второй экран. И мы в увеличенном варианте можем уже наблюдать определенный кусок. К тому же очень удобный режим здесь же, это переключение клип. Переходя из режима Select в режим Clip, мы видим каждую нотку прописанную и можем все это дело редактировать. У кого-то возникнет вопрос, насколько сложно переставлять нотки. Ну, в отличие от тачскрина, да, где вы тыкнули в экран там и так далее. Так вот, многие блогеры, которые поработали на одной и на другой системе, говорят, что гораздо удобнее рулить именно ручками. Потому что у кого-то частые промахи получаются при выделении на тачскрине. Причем это нужно дело увеличивать под палец, уменьшать и так далее. Мне лично тоже гораздо удобнее это делать с помощью ручек. Мы можем без проблем выделять хоть диапазон нот, хоть отдельную нотку и быстро ее переставлять. Это можно делать как на крутилках под экраном, но еще более удобный способ — это джойстик. Кстати, джойстик здесь бомбический просто. Мне он очень понравился. Он перекочевал к нам из МК3, но из-за того, что он такой железный, такая железячка, увесистый, с ним удобнее стало работать. Давайте поговорим теперь об Wi-Fi. Из плюсов то, что это работает из коробки сразу, как вы получаете устройство, а не добавляется там через полгода, как это было у Акая. Но фишка в чем? Стабильно, очень стабильно работает Wi-Fi, подхватывает все сети. Я использовал в трех разных сетях, ну как с телефоном получается. То есть куда-то пришли, да, клац, у вас там подхватил автоматом ту или иную сеть. Вообще никаких проблем с этим не было. Но есть нюанс, который мне лично не понравился. Это то, что банки можно закачивать только через Wi-Fi.
Нельзя загрузить с компьютера, если, допустим, у вас софт установлен в компе, там уже банки все эти есть, да, вот я пробовал разные методы, разные способы, но ничего у меня не получилось. То есть один вариант этот просто закачивать по Wi-Fi именно в коробку. Но видите, здесь, скорее всего, расчеты в первую очередь, может быть, в будущем они добавят, но сейчас так, да, потому что все-таки аппарат стендалон, да, и как бы в первую очередь реализовали они эту штуку так вот, без связки как бы с компьютером. Закачивает медленно. Я сначала думал, у меня сет дома, ну, по этой причине. Подключился к более быстрому интернету, все равно закачка, ну, не такая быстрая, как хотелось бы. Это связано не именно с сетью, да, а с тем, что какие-то манипуляции он там внутри выполняет. Может быть, он перестраховывается, там, перепроверяет, чтобы записать на карту. Но как бы учтите это, то, что если вы начнете закачивать банки, а если у вас еще их приличное количество, там, допустим, МК-3 был, да, перед этим, или какой-то другой контроллер, и потом вот начинаете этот процесс, то возьмите чашечку кофе, там, не знаю, или параллельно позанимайтесь еще чем-нибудь. Времени там, ну, будет достаточно. Из коробки сразу первой прошивки также Ableton Link, Ableton Link работает. Практически все фишки, которые они обещали, они здесь есть. Вот это меня, ну, безумно порадовало. Вот в сравнении с Акаем, да, 9 месяцев. 9 месяцев я тогда ждал, не знаю, как ребенка, да, вынашивает женщина, чтобы они допилили аппарат. Ну, и как бы, ну, на это у них ушло 2 года. А здесь сразу из коробки все фишки, все, вся прелесть. Более того, здесь есть еще Bluetooth. Он пока не активный, но это мы видим из коробки. Пожалуйста. Здесь значок у нас. Он есть. Да, это они добавят уже в последующих прошивках. Почему они сразу не запустили? Скорее всего, какая-то еще доработка по поводу протоколов. Я очень надеюсь, что будет поддерживать не только Bluetooth, какие-то клавиатурки и так далее, а то, что будет уже поддержка APTX. И мы сможем одевать наушники, да, беспроводные, ну и на приемлемом, скажем так, качестве уже прослушивать материал. Именно с выходом APTX, APTX HD я активно вот последние годы использую наушники беспроводные. Это, ну, это кайф, потому что нет провода. А с проводами, ребята, у меня беда. Я столько уже рвал микрофонов. Ой, ну это вообще отдельная тема. А, да, был вопрос подписчика, можно ли подключить сетевую карту, если по Wi-Fi, да, вот эти вот проблемы у вас. Без проблем. То есть интернет, или как там его правильно на моем немецко-английском. Ну, короче, вы можете подключить сюда в USB вход. Это есть в инструкции. Я не пробовал сам это делать, но это можно. Что ожидают в будущих прошивках? Ну, кроме глобальной, да, этой штуки, скорее всего, стратегия будет у Native Instruments просто перенести весь Complete Ultimate, а это весь магазин, да, с плагинами, постепенно вот добавить сюда. Ну, и, скорее всего, это будет отдельно. Хочешь, там, докупил эту часть, оно будет поддерживаться. Причем ничего не мешает им это сделать, да, если добавили массив, призм, ну, Monarch. Monarch у нас работает с вами, это реакторовский движок. Почему другие тогда плагины бы им не добавить? Вообще не проблема. Контакт, они из контакта добавили ретро-машину. И с таким же успехом другие свои сэмплерные вот эти вот плагины они могут добавить сюда. Но самое первое, то, что сейчас ожидают ребята, это Guitar Rig. Конечно, ну и для гитаристов это было бы удобно. И с другой стороны, ну вот электронщики бывалые знают, да, что такое педальки. Когда слово педальки звучит, аж мурашки по телу у них, да. Специализированного гитарного входа в аппарате нет. Здесь я сразу скажу. Но в принципе ребята подключают микрофонный вход и используют плагины. Причем такие как бы, ну, матерые музыканты, можно сказать. Конечно, это не лучшее решение, и профессиональный гитарист, скорее всего, будет использовать свой какой-то дебокс, там, предусилитель гитарный, да, для этого подключения. Почему гитаристы так ждут Guitar Rig в этом приборе, да, потому что его шикарно можно использовать как лупер, традиционный лупер. Для этого в режиме сэмплирования мы выбираем параметр луп. И получается то, что мы будем как бы записывать слоями, да, ну как традиционный лупер у нас эта штука работает, тема, которой можно посвятить отдельный урок. Короче, знайте то, что эта штука здесь есть.
Также еще о микрофоне мы поговорим о входе. Здесь он у нас только динамический. То есть студийный микрофон, который требует фантомное питание, конденсаторник, да, какой-то, вы не подключите. Насколько это критично? Я скажу так, то, что задняя панель, она практически такая же, как на МК3, по возможностям. И вначале, да, вот я думал, ну а почему они не добавили? Это же элементарно, там, фантомное питание. Но по сути, я потом себя поймал на мысли, то, что я никогда в случае, когда я брал аппарат с собой, ну, МК-3 на тот момент, да, вот кроме динамического микрофона ничего не подключал. И это подключение не просто динамического микрофона воткнули, и сухой звук идет. Вы можете любой стек эффектов повесить на него. И самое важное то, что здесь есть довольно неплохие эффекты. Тот же ревер, да, который отдельным плагином у нас уже идет. Ну и потом, скорее всего, постепенно перегонят все компрессоры свои классические и другие, вот весь набор будет, и думаю, то что в течение года вы все это увидите. Насчет поддержки НКС плагинов я не знаю, пока еще этого нет. Будет, не будет, это уже вопрос. Но вот на полтерабайта, да, их инструментов, которые есть там, с огромным количеством, ну даже если это они добавят, это будет просто, ну, бомба. Кстати, микрофонного входа вообще нет в младших устройствах акаевских девайсов. Также ведь и нет отдельной ручки регулировки громкости наушников и мониторов, что, ну, безумное упущение, я считаю, да. Здесь она есть как в МК3, так и, естественно, есть в плюсе у нас. Что еще мы можем подключить? Есть стереопара, можно как два монофонических входа линейных использовать, можно как стереопару. Но здесь также и минус. Мы можем или использовать стереопару, или два монофонических входа или микрофонный вход. Если вы находитесь в студии, а вот теперь время пришло рассказать о другой безумной фишке, крутецкой просто вещи, которую они сюда добавили, это просто офигенская штука. Ну, короче, когда на сцене вы все равно динамический микрофон используете, поэтому отсутствие конденсаторника, ну, это вообще не проблема. А если вам этого не хватает, вы можете подключить сюда дополнительный аудиоинтерфейс в стендалон режиме и использовать его. Это такая как док-станция получается, да? Кроме родных Native Instruments, ну, допустим, для расширения Complete Audio 6 вы можете использовать. Да? У вас уже несколько там микрофонов, можно подключить несколько входов, выходов добавляется. Повторяю, стендалон, а также еще сторонник производителя уже поддерживается ряд оборудования. Ну, естественно, я в первую очередь поспешил подключить Roland MX-1, да, к нему, чтобы посмотреть, насколько расширится арсенал. Но здесь пока глюк, я расстрою. Короче, минуту работает аппарат, а через минуту он вырубается. В будущих прошивках, я думаю, они будут все это фиксить, добавлять, да, но часть устройств можете посмотреть, обновленный список на сайте Native Instruments, какие поддерживаются устройства. Кстати, электроновские, вот, допустим, аналог HIT поддерживается уже. Короче, если у вас есть какой-то аудиоинтерфейс, нужно именно затестить его, ну, если его в списке нет. Может быть, вполне, что и он будет поддерживаться вот на данный момент просмотра этого видео. Я сейчас вам рассказываю буквально вот, ну, с недавнего выхода этого аппарата, ну, и спустя месяц. По поводу количества MIDI входов-выходов. Да, в Акае, допустим, если старшего брата, да, X-а сравнивать из серии акаевской, да, там больше у нас. Но насколько вам это нужно именно в стендалон режиме, да, чтобы взять с собой? Как я уже сказал, то, что не проблема вообще подключить дополнительный интерфейс. Вы все равно подключаете какие-то коробки, поэтому о размере уже здесь речь не идет. Ну, причем о размере там изначально, когда Акай-X берешь, да, как бы и вес, и размера, ну, уже как бы это вторичная штука. По органам управления вообще некорректно с лайвом сравнивать, да, но есть у них маленький брат, это One. Довольно веселая штука, скажем, соизмеримость цена-качество, ну, неплохой аппарат. Есть уже кнопки, которые понажимать, ну, ручек маловато там также. Но вот по размеру, если его сравнивать, то получается, ну, все-таки
плюс ближе к One, там, к Live, вот к этой категории устройств. По весу также, да. А вот по органам управления, по рулежке все, он все-таки ближе к X, к старшему брату. Вернемся к входам-выходам. Здесь, да, меньше, чем в X у него. Но, опять же, если вы подключаете внешнее устройство, ну, взяли дополнительный интерфейс, подключили в него, да, в стендалон-режиме, ну, и поставили любое количество коробок. Это то, что, кстати, и к CV относится. Причем CV — это вообще отдельная такая холиварная тема, да. Вот, они начинают разговоры о таком светиче современных технологий. Но это люди те, которые просто, ну, активно сами не использовали CV. Я отдельный ролик на эту тему лучше сделаю у себя на канале. Но что однозначно могу сказать, не слушайте. Еще большущий минус для меня лично, да, и прям вот трагедия. Ребята, короче, не поддерживает аппарат связку с джемом. Машин джем. То есть вот так как я привык работать, у меня был МК-3, плюс стоит джем, это большой рабочий стол, там куча задач. Вот, короче, вообще они не планировали поддерживать. Скорее всего, дожмут пользователи, и они все-таки реализацию сделают, подключение, чтобы можно было в связке работать. Но на данный момент, если вы используете активно вот двоечку вот эту, да, на своих выступлениях там и так далее, то как бы здесь... беда. Начал говорить о лайвах, и теперь такой момент. А что важно на лайве? Вот, какой аппарат еще очень важен? Это крутой лимитер. И он здесь есть из коробки. Это та штука, о которой я переживал в предварительном обзоре, да, и говорил, то, что добавят они, не добавят туда, на картинке нет его. Короче, ребята, он здесь есть. И вполне прилично можно клеить ваши треки. Скажем так, то, что из грувбоксов, те, которые выпускались до этого, да, это лучший лимитер. Вот из всего, что я лично попробовал. Кроме лимитера есть более традиционные такие штуки, да, больше как вот маркетингу тоже я могу отнести, да, чем реальная практика. Это типа имитация старых машин акаевских, там, начиная от самой там старой 12-битной MPC, да, 60-м там и так далее. Я просто считаю то, что вот эти худжайзеры, также как сатуратор, он тоже здесь есть, да, из коробки у нас, биткрашер там, ну и так далее, лоу-фай, вот, эти штуки больше такие вот, которые можно детально на профессиональной звукорежиссуре, да, использовать хирургически, скажем так, раз там чуть-чуть здесь добавлять, а оно не полностью в кашу все это перемешивает, да, вот, поэтому на практике вы, ну, не так часто это будете использовать, или во всяком случае учитесь так делать, тогда у вас будет чистый, хороший, прозрачный микс, да, отлично звучащий. Далее наболевшая также тема по поводу поиграть где угодно, на лавочке и так далее. Да? Аккумулятора встроенного здесь нет. Он есть в лайве, но как-то поклонники АК обычно не упоминают то, что кроме лайва его тоже там нигде нет. И в X он отсутствует. Да? Ну, вообще громоздкое большое устройство. Вот, с собой как бы потаскать, ну, не вариант. Да? One тоже без аккумулятора. Но это не проблема. Как на том же One мы можем подключить внешний аккумулятор и использовать его, если вам это нужно, да. Также и здесь, то есть вы можете подключить аккумулятор дополнительный и использовать данное устройство. По поводу аккумулятора есть уже варианты испробованные, так сказать. Я думаю, то, что в будущем будет список каких-то устройств, да, вот этих от Native Instruments, типа рекомендованных. Что нужно знать? То, что там у нас 15 вольт, 2,6 ампера минимум должно быть, да. Это чтобы устройство наше стабильно работало, потому что может и потянет вначале, если не будет ампеража хватать, да, но оно просто на каких-то тяжелых проектах, когда тяжело станет, ну, будет подвисать, у вас глюки будут. Короче, обратите на это внимание. И самое еще более важное, это саму распиновку. Не перепутайте, чтобы не спалить устройство. По поводу коннектора, уже подобранных этих девайсов, можете посмотреть САПШ в группе Машин мастер на русском, там я вот прям топик отдельно вел и всю эту информацию записал туда, короче, вам, если это интересует. Я же скажу от себя то, что, ну, не знаю, для меня эта штука, насколько мне нужна, скорее всего, я попробую, может, не сейчас, но в будущем. Ну, так сказать то, что вау, без этого
если дома нет проблем, там в розетку воткнули и используете. Что мне нравится конкретно с плюсом, это габариты. Он небольшой относительно, органов управления у него много, да, вот, он не такой тяжелый получается, как X. Он легенький для данного устройства. Кроме удобного ориентира по экранам, есть еще кнопка Select. Удерживая ее, мы как бы поднимаемся на самый верхний уровень. Это похоже на Android-приставках, да, кнопка «Домой». Ну или верхний уровень в какой-нибудь операционной системе. Удерживая эту кнопку, мы, к примеру, можем переключиться между какими-то секвенциями определенного саунда. Если вы хотите быстро освоить структуру работы в машин, то есть мультик у меня на канале. Посмотрите урок из коммерческого курса по джему, он бесплатный. И там в начале урока как раз этот мультик. Еще для новичков добавлю то, что софт единый везде, на любых устройствах машин. Какой бы у вас ни был контроллер. МК3, Studio, джем и в том числе плюс. И еще пару советов, может быть, даже для тех, кто не прям новичок-новичок, да, а кто уже использует контроллер, но не пользуется вот этими функциями. Старайтесь всегда смотреть на экраны. Если мы переключимся в какой-нибудь режим, например, Pad Mode, Keyboard, то мы увидим то, что правый экран соответствует нашим физическим пэдам. Только в отличие от пэдов, там есть еще и название. Кстати, мы можем переименовывать в плюсе прямо на устройстве. В отличие от всех остальных модификаций машин. В принципе, конечно, вводить с клавиатуры гораздо привычнее, особенно тем, кто умеет печатать вслепую. Но метод ввода текста на машин можно сравнить с электроновским вариантом. Здесь я скажу то, что он уступает Акаю. На тачскрине, на мой взгляд, проще ввести какой-то текст. Но это не прям такая утопия. Я думаю, вы быстро намастыритесь и будете вводить нормально. Во всяком случае, на электроновских коробках, ну, наверное, кучу видосов, кто интересовался, да, видел, то что шлеп-шлеп, там человек очень быстро набирает эти тексты. Ну, здесь только практика от этого зависит. Еще для новичков, здесь находится блок со слайдером. И с помощью слайдера мы можем управлять параметрами этого эффекта. Но более глубоко параметры мы можем изменять, опять-таки, на страницах. Вот эти 8 ручек вносят изменения. Набор такой боевой, диджеевский. Для студийной работы у нас есть целый набор эффектов, которые присутствуют. Любые эффекты из этого набора можно перенастраивать под себя, для лайва именно. То есть назначать с помощью макросов определенные ручки. Это относится не только к эффектам, можно в синтезаторе, допустим, уточню, изобилие ручек в синтезаторе, мы выбираем 8 штук, те, которые чаще всего используем, и помещаем их на одну страницу для быстрого доступа к ним. А да, кстати, по поводу эффектов, здесь нет никаких ограничений, сколько в инсерт повесить эффектов. В Акае ограничение 4 штуки. За последние 3 года ничего не поменялось. Не знаю, может, в будущих прошивках снимут это ограничение. Но, скажем, в стендалон режиме навряд ли, я думаю, потому что, ну, 2 гигабайта памяти маловато. Но зачем в софте не до сих пор оставляют 4 эффекта? Ну, я не знаю. Естественно, на каждый трек вы не будете использовать этот стек, да, но очень часто бывает вот, в профессиональной звукорежиссуре, да, когда инсертом вам нужно прям вот большую линию собрать. И это ограничение прям вот напрягало меня. Далее, здесь шикарная организация браузера. Ну, браузеры здесь, наверное, бесспорно, самый крутой на рынке из грувбоксов. Вот по своему юзабилити, по ключевым словам, вот тегам, то, что вы можете искать. Иерархия. Основная разница NKS-технологии от традиционной в том, что вы, допустим, ищете какой-нибудь бас, потом выбираете аналоговый бас, еще какой-то далее ранжированный, еще фильтр ставите, еще и он у вас ищет не в конкретном плагине, да, в каком-то синтезаторе, а сразу во всех плагинах, которые установлены, вот этот звук. Безумно удобная штука. И еще к тому же это все сразу озвучивается. Пролистываете пресеты и сразу слышите все звуки на выбор. Теперь по хранению пресетов, куда их нужно загружать, потому что в начале при распаковке я, ну, немножко запутался. Короче, здесь два варианта. Первый вариант — это мы сохраняем в папку машин 2, второй вариант — это в юзеровскую.
отдельную папку. Там, смотрите, по удобству именно сама иерархия немножко по-разному устроена. Что можно отнести к минусам, ну, хотя, как бы, может, многие не пользовались до этого на машины этой функции, да. Короче, нельзя свои картинки задавать своим банкам. Есть специально уже разработанное приложение, даже такой интернет-сервис. Если интересно, я могу написать комментарий, где, или, может быть, отдельный выпуск на канале у себя сделаю, где вы можете создавать картинки для своих банков, ну, и там подписывать красиво все это. Будет выглядеть так же, как на фирменных банках Native Instruments. Вот, короче, эта фишка здесь не поддерживается. Может быть, пока. Может, в будущем они добавят это. А, да, именно пресеты, допустим, массива, именно в юзеровскую папку нужно складывать. Еще для новичков. В чем разница между саундом и сэмплом? Ну, лучше всего мультик посмотрите, вот про который я уже сказал, да? Но вкратце я объясню. Это наподобие как солдат, вот без экипировки. И второй вариант – это солдат с амуницией уже, да, там, с оружием, там, не знаю, рация нафаршированная, которая, короче, запакованная. Вот это и есть саунд у нас. Саунд сразу включает в себя не только, допустим, какой-то сэмпл или инструмент, да, а полностью стек эффектов вы можете составить под него. И выбирая какой-то саунд в браузере, вы сразу загружаете вот этот стек. Очень удобная штука. Далее по редактированию сэмплов. В принципе, здесь такой паритет с Akai. В Akai круто можно редактировать, загружать, там, подрезать, ну и так далее. Я говорю об X'е сейчас, потому что на лайве там, ну, проблема с этим. Проблема какого характера? То, что вы не можете сразу быстро выставить начальную метку, да, среза и конечную, чтобы потом транскейт сделать. Как в X'е это не проблема, так же и здесь. Вообще никаких проблем с этим нет. У меня на канале есть большой урок по сэмплированию в машин. В принципе, тот урок по сэмплированию, он сейчас также актуален. И практически всю ту историю можно перенести сюда. Здесь же мы сразу выбираем и начальную, и конечную метку. Обратите внимание, то, что когда мы прокручиваем сэмпл, не обязательно возвращаться в самое начало или в самый конец. Потому что как только мы притронемся к ручке старта, допустим, начала метки или конца, то сразу у нас автоматически будет перескакивать на тот участок экран. Да, крутилки здесь у нас сенсорные, так же, как и на прошлых поколениях машин. Но сами они здесь более приятные. Они такие железные, плотненькие, ну, приятные на ощупь. На распаковке я уже говорил, и это подтвердилось уже на практическом использовании. Обалденно, что они сделали верхний ряд кнопок не на глянцевом покрытии, потому что там постоянно залапано было здесь. Данное решение просто супер. По поводу электроновских локов я уже говорил в предварительном обзоре. Давайте сейчас вам покажу, как они здесь делаются. В принципе, это альтернатива автоматизации. Но здесь у нас есть и традиционная автоматизация. Она выполняется следующим образом. Обратите внимание, что появляются точки на крутилках, где вы сделали автоматизацию. По ним легко ориентироваться. Теперь рассмотрим рандомайз. Здесь две вариации у нас. Первая — это хуманайз, где контролируемо просто мы не конкретно прям вот рождаем какую-то секвенцию рандомом, да, а на основе нашей построенной секвенции изменяем просто. И второй вариант — это чистый рандом. Смотрите.
как первую, так и вторую контролируемую, мы можем с вами подруливать параметры, как бы задавать себе рамки. А еще один момент, сэмплер здесь не просто для того, чтобы воспроизводить какой-то сэмпл, а он сразу, прибор вот этот, он содержит в себе блок целый, там и компрессор у нас есть, все простенькое, но в принципе для некоторых задач этого, ну, вполне достаточно. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Мы можем изменять здесь такие традиционные вещи, тюн, старт, реверс, повесить envelope на усилитель. А вот третья страница, кстати, вот здесь отражаются на странице, их 6 штук. Это как раз эффекты. Компрессор, драйв, ухудшайзер в стиле low-fi и биткрашер. Также здесь мы можем назначить фильтр. Кроме традиционных фильтров, еще есть однополосный параметрический эквалайзер. Далее две страницы дополнительная модуляция и LFO. Конкретно в сэмплере здесь LFO такое традиционное. Мы его можем назначить на pitch, фильтр, сатурацию и панораму. И на последней странице, в зависимости от силы нажатия, динамики, да, как мы будем играть на пэдах, можно настроить также эти параметры. И на педальку, чтобы реакция была. Сами сэмплы мы можем редактировать, это подобно каевскому варианту. Здесь есть у нас инструментарий, транскет — это обрезка, нормализация, реверс. Fade in и fade out – это для того, чтобы какие-то мелкие щелчки в начале и в конце сэмпла снимать. Тишина – это, к примеру, чтобы не изменяя длину сэмпла, мы кусочек тишины просто сделали. Cut – это, наоборот, вырезать. Традиционные copy, past. Duplicate – это выделенный участок у нас дублируется. И последняя страница – это stretch. В stretch есть дополнительная вкладка setting. Заходя на нее, мы можем редактировать не только длину сэмпла, но также тональность. Вообще работа с темпом здесь в двух режимах. Первое – это вот этот блок. Второе – это аудиофайлы. В аудиофайлах, ну, практически движок просто трактора перенесли в машин. Как там подгоняются треки по темпу, здесь у нас автоматически аудиофайлы длинные мы можем также подгонять. Любой из сэмплов мы можем перевести в режим аудио. Там также есть набор инструментов, точно такой же для редактирования. Интересный параметр — это гейт, когда мы можем какие-то участки просто выделять, которые будут воспроизводиться у нас. Вернемся к другим страницам редактирования сэмпла. Здесь есть раздел слайсов, с которыми можно работать в 4 параметрах. Это detect, split, grid и мануал. Мануал — это вручную, все мы назначаем. Detect — это реакция на сигнал. Split и grid — подобные разделения у нас на слайсы, только одна привязывается к длине сэмпла, а другая к длине сетки нашей или тактового размера. Заключительный раздел – это зона, где мы можем назначать различные сэмплы на определенные клавиши. Здесь важный параметр, который не пропустите, это лайерсы. Мы можем составлять сразу лайерсами несколько сэмплов, которые будут звучать одновременно. Теперь пару подсказок для новичков в микшере. Чтобы переключиться между регулированием громкости и панорамы, просто нажимаем на джойстик сверху. И мы в режиме регулировки панорамы. Повторное нажатие возвращает нас к регулировке громкости. Если мы хотим регулировать громкость не трека, а сразу группы, для этого нажимаем джойстиком вверх. Если нажмем джойстиком вниз, то вернемся в режим регулировки саунда. Ребята, обзор затягивается, чтобы он непомерно здоровый не получился, я буду закругляться. Давайте подытожим. Советовал бы я купить этот аппарат и кому? Скажем так, штука не дешевая, но здесь нужно реально смотреть на вещи. Это стендалон, ну как бы это цена стендалона, уже цена не контроллера. Если у вас МК3 и вас все устраивает, если вы постоянно используете обилие VST плагинов сторонних производителей, то смысла особого для перехода я не вижу. Но если вы хотите погрузиться в стендалон или привыкли работать в стендалон режиме, и для вас это важная штука, то однозначно вам аппарат понравится. Но я даже не могу представить себе сценарий, где бы вот данное устройство, ну, не зашло бы. Если вы фингердраммер, это устройство, ну, просто шикарная будет штука с большим багажом на будущее. Если вы хотите, чтобы у вас был всегда под рукой прибор, в который можно воткнуть микрофон и сделать какую-то запись вокала или
там поснимать какие-то звуки акустические, то в Akai Live вы микрофон не воткнете напрямую. Здесь это можно сделать без проблем. И да, важный момент по поводу софта и именно продакшена. Здесь инструментов гораздо круче. И сравнивать, например, собранный трек даже в стендалон режиме, вот в этой упаковке, что можно сделать вот инструментарием машин и в Akai, то Akai очень сильно проигрывает. Это если объективно сравнивать. Потому что мы не считаем количество синтезаторов, а смотрим, какие именно синтезаторы, какие возможности они нам позволяют. Мы смотрим также на эффекты, да, и вообще общий арсенал, который у нас здесь предоставлен. Поэтому как в режиме лайва, здесь фишек разных больше, да, так и в режиме работы создания трека, здесь больше инструментов. Короче, прибор зачетный, я себе его оставил. Нужно ли это вам, решайте сами. Штука не бюджетная, но очень приятная. Ну а на этом это все. Подписывайтесь на этот канал, заходите ко мне в гости на авторский канал. И напоминаю, то, что провожу занятия по саунд-продюсированию, подбору сетапа, по коробочкам. Ну и, естественно, по машин в том числе. Пока!